Добро пожаловать на канал Hardrest Info, перед нами устройство Infinix Hot 11S. Сейчас я покажу, как на этом устройстве добавить аккаунт Google и как его удалить. Итак, сначала покажу, как удалить. Для этого мы с вами сначала должны зайти в приложение «Настройки». Затем спускаемся вниз. Выбираем пункт учетной записи. Выбираем учетную запись, которую хотим удалить. Нажимаем «Удалить аккаунт», «Удалить аккаунт». Все, аккаунт успешно удален. Теперь добавляем аккаунт опять. Нажимаем «Добавить аккаунт». Выбираем Google. Вписываем электронный адрес. Нажимаем «Далее». Вписываем пароль. Нажимаем опять «Далее». Опять «Далее». Принимаю. Спускаемся вниз, нажимаем «Принять». Вот и все. Вот и все. Мы опять добавили аккаунт и выполнили все, что должны были выполнить. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. До свидания.